Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описания к этим работам по книге «Великие музеи мира». Девушка, сочиняющая любовное послание. Кангра, Пахари, конец 18 века, бумага 24/18. Кангра – горное княжество в регионе Химачал-Прадеш, север Индии. Оно стало одним из художественных центров живописной школы Пахари горной. На данной миниатюре изображена широко распространенная тема индийского искусства – написание письма возлюбленному или возлюбленной, имеющая лирико-романтическую окраску. Молодая красивая девушка в богатом одеянии сидит в сводчатой беседке. В руках у нее два листа бумаги и палочка для письма – калам. Героиня сосредоточенно смотрит на лист, на нем начертана одна строчка и начата вторая. Очевидно, ее переполняет чувство, она хочет перенести их на бумагу и тщательно подбирает слова. На полу справа от нее пенал, содержащий все необходимые инструменты, чернильницу, ножницы для подрезания калама, палочку для стирания написанного. Здесь также стоят флаконы с ароматическими маслами и специальная подставка с платочком. С внешней стороны беседки изображена служанка, которая не только обмахивает госпожу опахалом, но и оберегает ее покой и сердечные тайны. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе девушка, сочиняющая любовное послание, Кангра, Пахари, конец 18 века. Пока-пока, до свидания.